Финал всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» вышли 85 победителей региональных этапов. Наша землячка Оксана Мутыгулина представляла Свердловскую область. Она достойно прошла все финальные испытания. Особенно жюри конкурса отметило урок полевчанки, ее стиль ведения и подготовку. В финале своего конкурсного выступления Оксана Валерьевна прочитала стихи собственного сочинения, растрогав весь зал. Руководитель городского попечительского совета Полевского Михаил Зуев на одной из недавних встреч с образовательным сообществом отметил, что такие педагоги нынче на вес золота. Читаю в интернете, да? Наш педагог Свердловскую область защищает на всероссийском соревновании педагогов. Это имидж. Это имидж, это может быть главное. Значит, когда ученика спросят, а где же ты учился, скажут, а в Полевском. А в Полевском, а там учителя с таким имиджем, значит, чему-то научились. В итоге наш педагог получил приз зрительских симпатий и стал победителем в номинации «Педмастерские». Учителем года 2020 стал преподаватель математики лицея классического элитарного образования Михаил Гуров из Ростова-на-Дону.